это катаются на зиплайнах по канатной дороге. Стоит это 20 евро. Вон они туда сейчас приземлятся. Вон туда, к будочке зиплайн. Обратно наверх на мост их поднимают уже на джипах. И вот такая очень красивая голубая вода в речке горной. Это река Тара. Смотрите, какая высота. Там вон дымок в горах. Вот такой он, самый большой мост на Балканах. Красиво, конечно. В городе Подгорице самая жаркая температура 55 градусов. Вот они на джипах возвращаются. 55 градусов. Но, как нам сказали, туристам эта температура не озвучивается для того, чтобы не пугать. Вот такая высота огромнейшая. Расстояние между арками 110, по-моему, или 116 метров. Сегодня тучки набежали. Стало немножко полегче. Ладно, сейчас поедем на Черное озеро. Со свистом. Да, действительно.